Внимание, розыск! В феврале 2019 года на территории жилого комплекса Новомолоково была совершена серия краж из квартир. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений установлен Ветошкин Андрей Владимирович, 1978 года рождения. Установлено, что преступник использовал автомобиль Ford Mondeo бордового цвета, государственный регистрационный знак «Молдова Т-209МР». В связи с изложенным просим граждан, видевших данный автомобиль, а также лиц по приметам схожих с Ветошкиным, связаться с сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району по телефонам 8-495-541-57-22 и 8-495-541-56-65.